Академия славянских прикладных наук представляет научная встреча «Славянский комплекс мера» с 30 августа по 1 сентября 2013 года. Человек не может представить того, чего не может быть. Человек 21 века. Кто он? Как он живет? Отказывается видеть истину. Постоянно бежит от самого себя. Сам себе препятствия выстраивает. Не имеет ни знаний, ни способностей. Живет как батарейка. Пока не окончится заряд. Но более всего, каждый боится смерти, хотя и жизнь его не жизнь, а бесцельное существование. Что же такое смерть? Что там за гранью? Как жить по-человечески? Как обрести знания и способности? Как освободиться от зависимости? Как принять истину? Как обрести силу духа? Комплекс мера для тех, кто ищет ответ на извечное «как». Майдарская долина. Наши тела слабы, быстро гниют, легко ломаются. Им нужна определенная, неестественная для большей части Вселенной среда. Наш разум значительно сильнее. Для того, чтобы выйти за рамки земного и околоземного пространства, преодолеть дискриминацию Вселенной, полететь в новый свет, увидеть другие миры, нам нужно перестать быть людьми, такими, какими мы себя сейчас знаем.